Много раз в Петербурге, последний раз я сюда приезжал где-то месяца полтора назад, просто так на выходные сходил до музея Пушкина. Ну, потому что уже был во всех знаковых местах, имею в виду такой по туристическому маршруту, и не однажды. Вот пошел до музея Пушкина, поэтому и в этот раз, конечно, мы запланировали большое количество посещений, и график нам позволяет выходные проводить. И погода, соответственно, хорошая, уже второй, третий день, да, фактически стоит. Поэтому все, слава Богу, спасибо большое. Питер очень любит, но в ипотеку все будет одинаково. Но это другой вопрос.